Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Прошло буквально неделя, может быть, полторы, с того момента, как я снял видео, посвященное вопросам уровня безработицы в России. Получил очень много ваших комментариев. В связи с этим у меня возникла замечательная идея снять еще одно видео, посвященное поискам работы в России, да и, в общем-то говоря, в любом другом месте. Я хочу обратиться ко всем зрителям, подписчикам, ко всем, кто смотрит мой канал, с очень интересной инициативой. Если в вашей организации есть вакансия какая-либо интересная, где плюс-минус нормальные какие-то деньги можно заработать, поделитесь этой информацией здесь, прямо в комментариях под этим видео. Потому что, почитав комментарии, я пришел к выводу, что очень многие люди находятся в крайне бедственной ситуации, что касается в России, да и в других странах СНГ такая же ситуация. Вот. И информация о том, что есть хорошая работа, я думаю, очень многим людям бы помогла. Поэтому, если у вас есть такая информация о том, что вот в вашей конкретной компании есть вакансия, у кого-то из знакомых есть вакансия, пишите об этом, пишите контакты, я не знаю, там, e-mail, по которому можно с вами связаться. И я думаю, это очень многим людям поможет. Давайте попробуем такую инициативу провести. Надеюсь, что она даст положительный эффект. Хорошего всем дня!